Добрый день, я Стручкова Анна, ученица 10 класса, СОЖ номер 20, село Хатастыр, Алданский район, Республика Саха-Якутия. Моя исследовательская работа посвящена теме подросткового чтения в нашей школе. Мой научный руководитель Алексей Наталья Владимировна, учитель русского языка и литературы. Актуальность нашей темы, проблемы подросткового чтения волнует общество в целом, но вопросы недостаточно изучены. Измерения PISA в России проводились в начале 2000-х годов и больше не было. Что обусловило выбор тем нашего исследования, подросткового чтения в нашей школе? Объект исследования, читательские предпочтения подростков, предмет, оценка значимости литературы в жизни подростков. Гипотеза. Молодое поколение считает чтение важной частью духовного развития личности. Подростки читают мало, не интересуются классической литературой и не читают современную художественную литературу. Цель. Выяснить отношение подростков к литературе и чтению, что и как читают современные подростки. Задача. Уточнить место чтения в жизни подростка, изучить предпочтение учащихся, что влияет на выбор чтения, является ли литература ценностью, чем именно привлекает книга, а вся структура подросткового чтения проанализировать соотношение книга-компьютер. Методы исследования, теоретический анализ, наблюдение, анкетирование и статус исследования. Мы выделили два вида чтения, свободное и деловое. Также мы задали вопрос о том, как проводят время дети в свободном досуге. Самым распространенным времяпровождением является сидение за компьютером. Моя гипотеза не подтвердилась. Около половины детей хотят и любят читать, но для этого у них не хватает определенных условий. Наличие домашней библиотеки, наличие нужных книг в школьной библиотеке, и родители выделяют достаточно средств на покупку книг. Вот такое открытие меня радует. 8% детей считают чтение для себя самым интересным занятием, но намного большее число детей, 20%, читают прямо сейчас. Интересная корреляция, 20% родителей детей читают ежедневно. К сожалению, большинство родителей не читает сами, и поэтому не умеют организовать условия для детского чтения. Главное условие – это выделение времени и денег. В свободном доступе большое количество замечательных произведений, но дети не умеют заниматься поиском в интернете. В результате опроса я нашла тот самый основной контингент детей, которые хотели бы читать, если бы они имели для этого условия. Я думаю, что это те 62% детей, которые написали о том, какое они хотели бы видеть в библиотеке, большими, чистыми, аккуратными, удобными. Это те 60% детей, которые считают чтение развлечением. Я считаю, что дети должны читать книги не по принуждению, а для своего удовольствия. И тогда дети бы с намного большим удовольствием поменяли бы телефон на интересную книжку.